И нас ждут очередные сюрпризы в платежках за коммуналку. Президент подписал закон об обязательной установке общедомовых счетчиков тепла и воды. Как быть тем, у кого уже есть свой квартирный счетчик, и не придется ли им заплатить за своих соседей? Разбиралась Любовь Кукла. Вот в этом доме Голосеевского района Киева стоят общедомовые счетчики тепла и воды. Поэтому местные радуются, ведь могут неплохо экономить на тарифах за коммуналку. Платить приходится ровно столько, сколько все жильцы использовали за месяц. Поэтому многие из них научились экономить. Людина сплачує фактично за те, що воно використало. Тобто, ну, раніше такі, знаєте, відкрив кран, і вода біжить скільки захочу, все одно там плачу я якусь там кількість, да? То зараз людина вже буде розуміти, що чистить зуби, відкрила кран, намочила щітку і через деякий час включила. Бо це все стікають гроші. В Києві таких домов 90%, в регіонах ситуація іная. Но теперь, согласно подписанному президентом закону, в каждом многоквартирном доме должны стоять счетчики тепла и воды. Но в соцсетях уже разгорелся скандал. Часть людей уверена, что по новым правилам им придется платить не только за себя, а и за соседа. Все, кто установил себе квартирные лечильники воды или тепла, может спокойно их выкинуть. От этого, по сути, ничего не поменяется. Потому что теперь эти квартирные прилади обліку называют, визнані этим законом некоммерческими. По ним не будуть проводитися розрахунки. Впрочем, бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко утверждает обратное. По его словам, квартирные счетчики выбрасывать себе дороже. Платить за коммуналку по личному прибору учета украинцы будут, как и раньше, правда, с небольшой поправкой. Разницу между показателями квартирного счетчика и общедомового разделят на всех жильцов. Но это, уверяет эксперт, сущие копейки. При условии, что в доме у всех жителей установлен личный прибор учета. Гораздо сложнее будет, если его нет. Если, предположим, половина дома имеет квартирные счетчики, а половина не имеет, вот тогда им будет хуже, потому что те, кто половину вот эту вот имеет, они заплатят реально по счетчикам, а все остальное ляжет на тех, кто не имеет. Поэтому всем Кучеренко настоятельно рекомендует обзавестись именно квартирными приборами учета. Правда, раскошелиться придется уже вдвойне. Ведь по новому закону за установку и обслуживание общедомового счетчика теперь придется заплатить из своего кармана. Любовь Кукла, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер.